Интересно, что будет, если животные вдруг заговорят как люди? Вот представьте себе, приходит утром ваша кошка, будет вас и вместо обычного мяу вдруг говорит: «Ну что же ты так долго спишь? Завтрак сегодня будет?» Вы, конечно же, были бы в шоке, а если без шуток, способность животных говорить на человеческом языке была бы очень полезной в первую очередь именно людям. Каким образом? Ну, например, если бы звери и птицы говорили на том же языке, что и люди, они бы предупреждали нас об опасности, ведь многие животные заранее чувствуют такие стихийные бедствия, как землетрясение. Человечество в этом случае могло бы избежать множества катастроф. Или, к примеру, собака, учуяв плохого человека, сообщила бы об этом полиции. А кроме того, потерявшиеся люди могли бы позвать на помощь любое животное или птицу. А умение зверюшек говорить на человеческом языке помогло бы договориться с четвероногими, сказать «не бойся меня, я тебе не враг, кусать меня не нужно». Кроме того, животные могли бы рассказать человеку, как они страдают от его некоторых поступков, и, возможно, тогда человек стал бы намного добрее.